Кирикс, большое спасибо за донат с текстом. Яндекс Музыка подсунула трек, мне зашло, как тебе? Ну, как минимум, название уже шикарное. Спасибо большое за донат, давай послушаем. Лжедмитрий IV. Визгами спорить до свиста о признаках истинно избранных мне. Моя судьба не смеет велить, на завтрак я бихелит и засыпаю на коленях лилит. Наша планета — это почтовый ящик, от которого забыты логин и пароль. Место, где все макобы краши воли, понял, значит им ты бог и ты король. Небо покинуть сей дом, забыв на дне его, как Посейдон. Но более хочу зреть, как смерть повергла его в отражении меча берсерка. Старый сроду слепой человек, потомку прочил совет о том, что ночь — это день, а тьма — это свет. Так и он его шоры надев, пошел, как хочет отец, ладонью очи детей вырывая себе. Каждый круг, свет, очень странно, вокал как будто отдельно от микса, то, что мне не нравится. Некоторым голос слишком громко, слишком отдельно звучит. И при этом он еще и как будто... Вот именно вот эта манера, которая... Что-то там, ребятки, тыры-пыры, растопыры. Она прям очень странно ложится на этот микс. И мне кажется, что... Вот это даже не подходит. Буду новый Волверив, я слышу все, что не слышно. Богу или к зеркале, как икона. Ты прибыл по зову горна, я прибыл по зову хона. Кому-то понравилось. И ты мразь, просто посмотри, грязь, просто так, как молитва для твоей земли. Возводи в квадрат обо мне все, что слышишь ты. Возводи в квадрат обо мне все, что слышишь ты. Короче, сведено очень странно. Типа, кровью пораженный, безвольный. Прям вот так вот тоже вот. Мне кажется, странновато. Ну, мотив прикольный в припеве. Вот то, что цепляет, мотив в припеве. Какая-то борьба с бездомным. Занятно. Ну, занятно, но мне кажется, просто вот... А, ну вот этот вот X-Step, он, видимо, и сводил. Короче, странновато достаточно. Голос погромче еще, вот чувак пишет. В комментариях. Вообще псих. Тут пиздец, тут один голос. Чем кроме него ничего не слышно. Не знаю, ну... Странновато, вот... Так и живем, блин. Короче, выводишь голос просто так громко, что абсолютно отсутствует микс, а народ говорит, ой, что-то голос плохо слышно. То есть, ну, типа, насколько люди вообще абсолютно не слушают музыку, насколько их чисто волнует, там, что там в тексте челик наболтал. Это прям, ну, бред вообще полный для меня. Мне кажется, мне надо забить хер на такие, короче, все комментарии. Я вот в своей музыке точно, я буду прям делать голос всегда, короче,
тише, и невзирая на то, что пишут люди в комментах, потому что наоборот, если людям только текст подавать слушать, не слушайте тогда, если вам только текст нужен. Я все-таки больше за музыку всегда.